Эфир телеканала РБК Уфа продолжает программу интервью. И сегодня у нас в гостях депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству Виктор Климов. Здравствуйте, Виктор Владимирович. Здравствуйте. 26 мая Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей, представит доклад ежегодный. Да? В этом году назвали так «Книга жалоб и предложений бизнеса 2016». Вот вы, как сопредседатель, какие основные тезисы отметили бы? Есть проблемы, которые не решаются там годами, есть проблемы, которые как-то трансформировались и, в общем, вроде как что-то решили, но по существу осталось. Но, наверное, наиболее общие какие-то вещи я бы выделил в этом году таких три раздела или три блока вопросов. Первый связан с уголовным преследованием бизнеса. К сожалению, несмотря на неоднократные поручения и президента страны, и премьера, поручения, впрямую говорящие о том, что нужно декриминализировать, значит, в отношении предпринимателей вот, и уголовный кодекс, и те статьи, которые применяются, что нужно привести в соответствие уголовное право и тому, в общем, ущербу, реальному вреду, который может быть нанесен предпринимательской деятельности, и экономическому характеру этих действий, то есть за, ну, строго говоря, за экономические преступления. И там, в общем, традиционно остаются вот те проблемы, о которых на самом деле мы уже не первый год говорим. Это и пороги ущерба, которые сегодня уже много лет не повышались. То есть пороги ущерба, с которых начинается, значит, уголовное преследование в крупных, в особо крупных размерах, они несколько лет не меняются, при том, что существует, ну, элементарная, извините, инфляция. Да? И они, в общем, не очень соответствуют масштабам деятельности, потому что, ну, там 1,5 миллиона для предпринимателя, это, в общем, а это, значит, особо крупно и так далее. Вот. Это вот одна часть. Второй блок вопросов с этим связан. Это, ну, в общем, тоже давний спор, и по нему тоже есть и позиции. И, в общем, у нас вот преследование по вот этому мошенничеству в отношении бизнеса продолжаются. И на самом деле есть парадоксальная ситуация. Вот я, как представитель Общероссийского народного фронта, занимаюсь с другой стороны защитой прав заемщиков и потребителей финансовых услуг. И я понимаю, насколько тяжело заставить правоохранительные органы по 159-й какого-нибудь реального мошенника посадить. То есть вот они все время, да, объясняют, что мы там не можем, нет доказаний состава. В отношении бизнеса, к сожалению, причем в отношении хорошего бизнеса, работает как часы. Отсутствует по-прежнему ответственность, да, для сотрудников вот соответствующих правоохранительных органов за незаконное возбуждение дел, за незаконный отказ в возбуждении дела, ну, в общем, за всякие процедурные и процессуальные нарушения. То есть ответственность есть, но она там в формате, значит, предупреждения и выговора, в общем, это несерьезно по сравнению с той ответственности, с теми последствиями, которые вот подобные неправомерные часто решения имеют для бизнеса. Вот это вот один блок вопросов. В общем, там на самом деле три блока проблем. Первый блок проблем, с которым нужно что-то делать, это понятно, и вот сейчас это так препарировано, это требования. До тех пор, пока у нас существуют откровенно устаревшие, очевидно неисполнимые, избыточные и разбросанные по самым разным уголкам законодательства требования, у нас любая проверка будет заканчиваться результативно. То есть она будет заканчиваться вынесением санкций. А когда можно будет переломить ситуацию? С какими инструментами? Нужно провести очень четко ревизию всех вот этих требований, и нужно сделать очень конкретные, знаете, во многих странах этот путь прошли, нужно сделать такие конкретные, понятные чек-листы, по которым, ну, там, условно говоря, 100 вопросов бизнесу. Вот каждый бизнес должен понимать, вот набор позиций, по которым могут проверить. Это сейчас делается? Это делается, это как раз то, что сейчас идет как одна из составляющих вот этого обсуждения закона о контроле и надзоре, и все понимают, что без этого мы не добьем. Ну, до тех пор, пока мы, извините, ветеринарные, не санитарные, ветеринарные сертификаты, да, вот сейчас ввели неожиданно на молочную продукцию, на обработанную молочную продукцию, да, будем требовать, ну, пломбир скоро будем заворачивать прямо в ветеринарный сертификат. Ну, знаете, вот до тех пор это невозможно будет переломить. Вторая составляющая. Секунду, а когда закончится процесс обработки вот текущего законодательства, анализа? Это не анализ, это, ну, это занимается правительство. Есть такое поручение комиссии правительственной по административной реформе. Насколько я понимаю, что это должно быть в том или ином виде сделано как-то к осени. Сроки по закону о контроле и надзоре более жесткие. Вот это как раз вторая составляющая. Это вот 1, значит, июля, и в этом, ну, 1 июня. И в этом вот контексте, да, сейчас как раз срочно обсуждается вот эта вторая часть. Закон о контроле и надзоре –
это как раз то, что должно по новой обобщить и регламентировать все процедуры, все временные возможности, все, так сказать, вот, права, обязанности проверяющих. То есть все, что связано. И там самое главное, понимаете, вот в чем. Там главное поменять некую парадигму и целевую установку. Потому что если надзор ориентирован на палочную эффективность, то есть проверил, наказал, и несет только за это фактически ответственность, а за реальную безопасность ответственности не несет, то, к сожалению, какие бы мы с вами ни прописывали процедуры, все равно будет работать вот эта вот история, когда, значит, проверка результата. И сейчас уже, кстати говоря, есть законопроект, он, да, и третий блок — это санкции. Вот третий блок — это санкции, это очень важная составляющая. Всю весну, значит, и Государственную Думу, и площадку омбудсмена, и предпринимательское сообщество лихорадило от обсуждения новой редакции кодекса об административных правонарушениях. Мы добились того, что кодекс перенесли, значит, на осень, потому что, ну, не готов сегодня к принятию. Там реальные... Мы понимаем, вот, да, понимаем, почему депутаты, которые отстаивают интересы бизнес-сообщества, понимаем, что, в общем, санкция в отношении фальсификата, которым травят, извините, там, детей в детском саду, да, в результате того, что вот... Она должна быть жесткой, она должна быть убийственно жесткой, да, это понятно. Но мы также понимаем, что, к сожалению, практика сегодняшнего правоприменения, вот эта логика работы контрольных органов, она ведь, скорее всего, вот эту вот чрезмерную санкцию приведет ее к применению не там, где нужно действительно наказать, а, к сожалению, применение будет там, где, в общем, можно что-то в результате вот угрозы этой санкции взять. И это повсеместная практика. И других контрольно-надзорных органов, к сожалению, нет. А, в общем, надо понимать, что и другого бизнеса у нас для экспериментов нет. Поэтому очень взвешенно нужно пройти вот эту процедуру обсуждения. Вот этот третий блок, связанный с санкциями, он тоже должен соответствовать логике риск-ориентированного подхода. Да, первая проверка без наказания. Значит, там, где действительный ущерб должно быть жесткое, там, где маленькое. То есть вот эта логика должна соблюдаться. Кредитование малого и среднего предпринимательства. По данным Sequoia Credit Consolidation, вот за 7 лет просрочка достигла рекорда, выросла до рекордных цифр. И причем на 1 мая по итогам прошлого года выросла на 50%. По вашим ощущениям, насколько будет устойчива эта тенденция и какой период времени? Вы знаете, это вопрос не кредитования ведь. Это на самом деле вопрос состояния экономики. И, к сожалению, сейчас наметились вот некоторые, ну, во всяком случае, по мнению Министерства экономического развития, которое мониторит эту позицию, наметились некоторые признаки оживления экономики уже, да, и это, в общем, многие отмечают. И, наверное, это, ну, оправдано. Я не питаю здесь большого оптимизма, но понимаем, что общее состояние снижения платежеспособного спроса, то, что вот самым является, да, острым, для, особенно для малого бизнеса, для малого локального, который сфера торговли, услуг, то есть то, что вот обслуживает население, это как раз влияет вот на эти просрочки, потому что, значит, закредитованность довольно высокая, возвращать не из чего, продажи падают. И в этом смысле, ну, меры и направления – это не те вопросы, которые связаны с развитием кредитования. Хотя и это тоже очень важно. И здесь, ну, какие-то меры приняты и по рефинансированию портфеля для малого бизнеса, и по снижению коэффициента риска. Кстати, с 1 января 2016 года 75% вместо 100% для субъектов МСП, для банков, коэффициент кредитного риска действует. То есть это должно дать свои результаты. Корпорация малого бизнеса, да, которая там, значит, уже там больше, чем на 50 миллиардов прокредитовал, ну, прогарантировал, на самом деле, кредитов. То есть это вот доступность денег, она как-то растет, хотя, честно сказать, очень плохо. Но покупательская способность, она продолжает падать? Но покупательская способность от этого, да, никак в этом смысле не зависит. И здесь бизнесы, особенно малые, но они, в общем, вынуждены каким-то образом там оптимизировать, искать ниши. Малый бизнес, он, в общем, этим и отличается от среднего и крупного тем, что он, как правило, если он настоящий малый бизнес, он более адаптивен и, ну, насколько я знаю из опыта там и прошлых кризисов, он до самого последнего стремится сохранить людей, стремится сохранить зарплаты, потому что он не очень конкурентен на этом вот трудовом рынке, и он бережет очень тех людей, которые с ним работают. Поэтому я думаю, что здесь вот эта адаптивность, она как раз поможет многим предприятиям перестроиться и вот эту трудную ситуацию пережить. По вашим оценкам, какое количество может уйти в тень, либо ликвидироваться вообще?
Ой, неблагодарное дело давать, знаете, такие оценки, прогнозировать. Я думаю, что мы это ощутим, но пока статистика не показывает сколько-нибудь значимого, да, вот такого вот сокращения и падения числа субъектов. Есть некие перераспределения. Сокращается, например, вот по 2015 году, там это понятно, в 2014 сокращается, например, количество малых предприятий, но одновременно с этим растет количество микропредприятий. Да? То есть вот нельзя в чистом виде такая. Брать одну. Ну, то есть это означает, что кто-то становится немножко мельче, кто-то трансформируется. Понятно, да. Что идет по-прежнему любой кризис, это в том числе перераспределение рынков, идет создание новых предприятий. Трудно сказать, сколько мы тут потеряем, если вопрос ваш об этом. Я бы не взялся называть цифры. Я думаю, что это будет, для конкретных компаний ощутимо. А в статистике я не думаю, что мы увидим серьезные какие-то провалы. Ваше мнение о неналоговых платежах. Вот предприниматель Башкортостана эта тема очень интересует. Вот в частности, появились различные требования. Например, необходимо принимать в штат бухгалтера или хотя бы внештатно, чтобы был обязательный бухучет. И в среднем 180 тысяч рублей должны заплатить предприятия за работу вот бухгалтеров. И по некоторым данным, количество бухгалтеров в нашей стране, в России, в 5 раз больше, чем в Германии. Предприниматели настаивают на отмене этой новеллы. Вот стоит ли надеяться на это? Два разных вопроса задали сейчас в одном. Значит, первый вопрос касаемый неналоговых платежей. Это реально достаточно большая проблема для нашей страны. Поскольку Минфин декларирует о том, что у нас одна из самых низких налоговых нагрузок, но мы при этом забываем о таможенных, социальных, сборах различных, в саморегулируемой организации, сборах там во всякие резервные, страховые, всякие конструкции. Вот это, причем регионы здесь в этом смысле проявляют, ничуть не меньшее творчество регионы, чем федерация, да, и это проблема. И это то, что точно совершенно нужно упорядочить. Это вопрос, который сегодня серьезно стоит перед законодателем в том числе. Нужно упорядочить и полномочия, и это потому, что все признаки налогов эти платежи несут, они обязательно. Они невозвратны, без них нельзя осуществлять бизнес. А второй вопрос, который вы задали в отношении бухучета, в 2013 году действительно изменилась норма закона о бухучете, и мы вносили изменения, поправки, да, приводили как-то более-менее в соответствие нормы о бухучете, там, что всем обязательно с нормой 209 федерального закона. Вот я лично был автором этих поправок. Мы пытались добиться того, чтобы отменить для спецрежимов, для плательщиков специальных режимов, это ЕНВД, ОСН, патент, отменить ведение, бухгалтерского учета, как это, в общем, и было. В итоге, довольно сложный был диалог с Минфином, у них жесткая позиция, что, должны бухгалтерский учет вести все. Конечно, суммы там не такие, как вы называете, там 180 тысяч рублей, наверное, в год все-таки, да? Это в год, да. Вот, потому что сегодня действительно там за 10, 15, 20 тысяч рублей не обязательно держать своего бухгалтера, можно получить как-то на аутсорсинге это обслуживание. То есть сегодня, в общем, действительно этот рынок чрезмерен, действительно он раздут, но справедливости ради надо сказать, что мы в результате этого диалога добились одной вещи. Для плательщиков вот этих специальных режимов, субъектов малого предпринимательства, имеет место упрощенный бухгалтерский учет, и это, в общем, не очень сложно. Предприниматели сами могут без Это найма. Не очень сложно. Это две таблицы, в которых можно разобраться. Но я понимаю, что это какая-то нагрузка, но, понимаете, компетентность в каждой профессии требуется. Понятно, что нас всех бесит заполнение всяких отчетных норм. Я вот эти платежки там по ЖКХ прям ненавижу заполнять. Я понимаю, что бизнесу там разобраться вот в этих вот там непросто. Но есть другая сторона медали. Есть другая сторона. Когда они приходят в банк, и говорят, дайте нам кредит. Банк говорит, слушайте, у вас такой системы, отчетности и учета. Вы у нас в самой нижней категории, по оценке рисков, и это проблема. То есть, с одной стороны, бизнес хочет, чтобы его, оценивали как высокопрозрачный, с другой стороны, для этого, видимо, надо прилагать усилия. Вот такой баланс мы нашли. Он, наверное, не оптимален, но, к сожалению, удалось сделать только это. Это лучше, чем... Это то, что сейчас действует, да. Еще одна тема – спецоценка условий труда. Вот сегодня при любом изменении штата тоже предприниматели должны оплачивать эти услуги. В среднем один работник обходится в 2000 рублей, дополнительная нагрузка. Вот здесь планируются ли какие-то изменения? Мы с вами сегодня так прям
по всему спектру предпринимательских проблем. Знаете, мне лично, вот я сейчас не как, наверное, законодатель, зампред комитета, а как эксперт, да, если позицию сказать, мне лично эта система не очень нравится. Я считаю, что вот эта устаревшая немножко конструкция с трудовым законодательством, она не вполне, вообще говоря, соответствует требованиям и реалиям. Я понимаю важность и нужность того, чтобы человек работающий был защищен. Это объективно, это справедливо. Но, к сожалению, вот эти аттестации по факту, в общем, это скорее поборы, чем реальное приведение, значит, вот этих вот самых рабочих мест, ну, вот в какое-то там адекватное, нормальное состояние. Это опять не про безопасность, а про то, что мы с бизнеса собираем деньги. Вот в этом смысле вот мне эта система не нравится. Ну, а что касается, значит, вот этих вот норм и требований, ну, во-первых, все-таки надо справедливости ради сказать, что это раз в 5 лет. Это аттестация. Во-вторых, там... Нет, эксперты здесь у нас говорят, вот в Башкортостане руководитель ассоциации предпринимателей, что сейчас кризис, предприятия оптимизируются, и при любом сокращении штатов когда происходит изменение, когда происходит... многие же перерегистрируют там юридическое лицо и так далее. Ну, слушайте, это уже новое предприятие, да. Поэтому по закону... А как написать? Что, значит, а как в законе написать? Что вы, если перерегистрируете, ну, то, значит, вам это не нужно делать, если вы в том же месте сидите. Ну, критерии, да, очень трудно здесь определить. Вот. Вторая составляющая, все-таки это можно делать частично за счет там социальных платежей. Я скорее считаю и согласен с предпринимателем, что это, в общем, проблема, что это не очень эффективно, и что здесь нужно этот вопрос пересматривать. Но, поверьте, очень тяжело разговаривать с безопасниками вообще глобально. По любой теме. По транспорту, по экологии, по там защите, по медицине, да, и защите жизни и здоровья. Ну, потому что каждый раз, вот это вот как раз про требования, то, о чем мы вначале говорили, каждый раз, когда, ну, извините, случается очередная Булгария, каждый раз что делают? Приходят с ужесточением требований. Вот то же самое. Каждый раз, когда происходит, значит, что-то там на производстве, где-то, ну, реально есть бизнесы, которые, в общем, не очень за безопасность труда следят, но это правда. Да, и когда что-то происходит, значит, приходят, соответственно, в Госдуму со страшными картинками, с этими образами, погибли люди, значит, безобразие. И очень тяжело объяснить, что, в общем, это скорее исключение. Вот это вот очень тяжелый баланс. Мы каждый раз там бьемся за то, чтобы бездумно не увеличивать, да, вот эти вот требования, потому что требования сами по себе ничего общего с реальной безопасностью не имеют, но не всегда удается. В системе вот этой вот, значит, аттестации рабочих мест, наверное, тоже нужно какие-то добиваться более эффективных механизмов, чтобы они действительно были про безопасность, а не просто про, значит, сбор денег с предпринимателей. Ну, это, видимо, тоже в далекой перспективе. А вот насколько далека перспектива по самозанятым гражданам? В общем, я очень надеюсь, что это близко. Хотя я помню, что уже 5 лет минимум этой теме, вот лично я там эту тему обсуждаю и с правительством, и там в разных форматах, и как депутат. Это реально... Очень важная задача социальная, потому что, ну, по разным оценкам, от 10 до 20 миллионов человек, это из числа трудоспособного населения, не имеет никаких оформленных трудовых отношений, никаких отношений с государством, ну, в том смысле, что они в невидимой зоне находятся. Конечно, да. Они существуют в тени, это, в общем, самозанятые. И мы, последняя встреча и последняя позиция министра, в том числе, когда он был у нас на правительственном часе, министр экономики, естественно, это его блок вопросов, значит, он... во всеуслышание сказал, что они готовы. Срок поручения тоже, по-моему, либо 1 июня, либо 1 июля истекает. 16-го. Вот сейчас, да, они готовы внести. Будет ноль. Это вот ключевой вопрос. Ноль стоимости, собственно, вот этого регистрации, да, как самозанятый, и ноль социальных платежей. То есть это будет нулевая легализация на ближайшие 3 года. Вот это очень важный вопрос. Говорили же, что человек будет приходить в одно окно и покупать патент за 20 тысяч рублей. То есть... Вот мы добились того, что сегодня, значит, это, понимаете, это не прокатит, извините за такое слово, да, потому что задорого легализоваться никто не будет. Нужно добиваться, нужно создать такой, и мы как раз этого добивались, нужно создать такой механизм, чтобы это было не, чтобы это не увеличило нагрузку, по крайней мере, вот в начале пути, да, чтобы люди понимали, что они выходят
в открытое, что называется, там, выходит из тени, да, что они занимаются легально, да, что к ним не могут, не смогут в будущем предъявить никаких претензий, и чтобы вот этот патент сегодня, ну, был минимальный, то есть на самом деле минимальный это ноль на начало. Потом, наверное, это будет как-то расти, но я думаю, что расти в первую очередь будет часть, связанная с социальными платежами. То есть то, что идет на пенсионные счета, потому что, ну, все-таки за пенсии-то они потом придут. Это мы все понимаем. И это как раз один из ключевых аргументов социального блока правительства, когда мы пытаемся добиться оптимальных условий для бизнеса. Надеюсь, вы к нам тоже на интервью придете. А на сегодня это все. Спасибо, Виктор Владимирович. Спасибо вам.